Согласно данным НАСА, астероид 4660 Нереус летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря. Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров. Американское космическое агентство классифицировало астероид как потенциально опасный. Приблизится на такое расстояние, что оно превышает приблизительно в 10 раз наше расстояние от Луны. Соответственно, конечно, этот астероид никакой угрозы для нашей планеты не представляет, так же, как и большинство таких астероидов, которые, в общем-то, достаточно близко пролетают к нашей планете. Астероидами называют относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, вращающиеся вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы. Большинство известных на данный момент сосредоточено в пределах пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. На самом деле, конечно, астероиды бывают размером километровых, таких вот величин. Но, к счастью, пока такой астероид как бы нашей планете не грозит. Хотя, в принципе, если на Землю упадет астероид 10 километров и более, и при том будет он еще, скажем так, более металлическим, то биологическая жизнь на Земле исчезнет. По словам астрофизиков, даже падение объекта диаметром до 30 метров способно причинить серьезный ущерб планете. Елизавета Никитина, Универньюз.